Если ты дожила до возраста 50 годов, у тебя нет дома своего. Муж лет до 45 был заядлым картежником. Он носил деньги из дома. Ваш сын, ну, ему лет 25, сейчас он перенял на себе образ мыслей папы и стал тоже заядлым картежником. Вспомни, какая реакция была у тебя по отношению к твоей маме, по отношению к твоей свекрови. Кому ты показывала, что ты очень умная? Обычно, когда мы показываем, что мы очень умные, и показываем те свойства, которые нам не свойственны, жизнь, Вселенная, Бог, как хочешь, так и назови, но чтобы мы поумнели, в один миг перекрывают кран доступа финансов в нашу жизнь. Это так. Разбор чьей-то судьбы. Много денег у тебя. Если зацепило, можешь написать смс-ку по WhatsApp, записываться на бесплатную консультацию. Выясним, что тебе мешает быть счастливой, любимой, богатой или, может быть, здоровой. И исправим.